Ну, это зимая пшеница. Сегодня 26 мая. Как бы что-то с ней делать уже. Уже нечего с ней делать. Надо только ждать. Когда тут будет переходить там в смолочно-восковую, да поработать немного карбамидом, да инсектицидами. А так, уже дальше можем только смотреть, только наблюдать. Не изменить, ни на что повлиять, я думаю, что мы уже не в состоянии. Так выглядит нижний ярус. Так выглядит колос. Ждем.